Еще один госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 развернули на базе Красноярского общежития. Это здание на улице Рокоссовского. Такая временная больница рассчитана на 480 мест. Оказывать помощь там будут зараженным с легкими и бессимптомными формами заболевания. На смену уже заступили медики Красноярской краевой больницы. Созданы все условия для работы в так называемой красной зоне. Накануне с врачами встретился губернатор Александр Ус. Глава региона отметил их высокий профессионализм. Это действительно госпиталь приспособленный. Он выглядит довольно скромно. Это бывшее общежитие, поэтому тут точно не сахар. Особенно для тех, кто болеет. Но я хочу сказать спасибо и строителям, и вот медикам, которые быстро все подготовили, прошли дополнительное обучение и сейчас готовы к пациентам. Ну и не могу не сказать добрые слова в адрес наших красноярцев, которые вот жили здесь, в этом общежитии. Это более 70 человек. Им были предоставлены, ну, вот неподалеку здесь новые места, комнаты.